Неля, огромное-огромное тебе спасибо за этот курс телепатии. Я еще раз хочу сказать, хотя я это 1000 раз уже говорила об этом, что я наконец-то научилась, ну, чувствовать не то, что там кого-то, а вообще себя чувствовать, что я сейчас чувствую, не закрывать этим одеялом, а дать этому быть. Я познала действительно себя, что я часть всего этого мира, что я связана со всеми людьми, со всеми предметами, с небом, землей, с солнцем. Да, вообще, это был капец. Просто слов нету о том, что я почувствовала не только на словах там, вот ты связан со всем миром, но я реально это почувствовала на себе, что вот оно во мне, что я связана с любым человеком, даже с людьми, с которыми я не знакома, что есть эти навыки, как можно считывать человека, как можно через другого человека вообще познать себя, считывать его, ты познаешь самого себя. Это так круто. И я вообще всегда думала об этом, что это, ну, что-то такое сверхъестество, что не каждый может. И благодаря Неля тебе я реально узнала, что это может каждый человек. Я этому уже столько раз говорила, но действительно это во мне так, ну, записалось, что это может каждый, это просто надо быть чувствовать самого себя каждую минуту, каждую секунду и познавать себя через ту же бутылку, через ту же ручку, понимать, что это есть ты и увидеть в этом во всем всю эту красоту, увидеть. Я начала видеть красоту, я начала вообще любоваться небом, быть этим небом, вообще быть этим человеком, ну. И это вообще очень круто, что ты можешь другому человеку, ну, помогать, осознавать что-то, чего-то. Даже те боли, те травмы детские, это вообще очень-очень круто. Спасибо тебе огромное большое, Неля, за все твои знания, за то, что ты с нами, со мной это поделилась. Я тебе очень-очень благодарна. Ты сделала мою жизнь счастливой, красившей и вообще наполненной той целостностью, той любви, той, ну, вообще без слов. Спасибо большое.